Так, вчерашний урок записываю. Получается, для начала есть вот эта панелька. Называется Channel Rec. Вот здесь название. Чтобы ее открыть-закрыть, нужно нажать на вот эту кнопку. Вот она открывается, закрывается. Открывается, закрывается. Здесь находятся все инструменты, которые мы будем использовать. То есть, чтобы добавить инструмент, нужно нажать плюс. Я выберу FL Keys, стандартное пианино на FL Studio. Нажимаю на Piano Roll. Главное, чтобы оно горело здесь зеленым. Вот, получается, можно выбирать вот так вот. Главное, чтобы именно оно горело зеленым. Нажимаю на Piano Roll. После чего видим здесь ноты. И надо будет здесь выбрать тональность, которая нам нужна. Для начала нужно вот эту стрелку нажать. Helpers. Scale Highlighting. Здесь выбрать мажор или минор. Чтобы оно не закрылось, нужно нажать правую кнопку мыши, допустим, минор, мажор, правую кнопку мыши. Если это сделать левой, оно просто закроется. Вот. Поэтому делаю правой, допустим, минор и любую букву, которую хочется. Это тональности. Допустим, возьмем D, D минор. То есть это тональность, где корневая нота, это D. Она отличается от других. Она подсвечена. Еще подсвечены другие ноты. Видишь, здесь пап, здесь есть светлые ноты и темные ноты. Нам нужны только светлые. Будем использовать только светлые. Начнем с корневой. И чтобы вот это вот расширить, можно сделать вот так вот. Либо же можно зажать КТРЛ и покрутить колесико мыши. Вот, это намного удобнее. Вот так можно делать. Видим здесь 4 такта. Вот первый такт, второй такт, третий такт, четвертый такт. И каждый аккорд занимает один такт. Для начала возьмем корневую ноту D. Вот. Это будет басовая нота аккорда. Басовая нота аккорда — это самые низкие ноты аккорда, на которых они строятся. Потом поставим сюда. Сюда, сюда. И буду слушать, нравится ли мне звучание басовых нот. Все отлично, теперь я строю из них аккорды. Я работаю по этим нотам. То есть я вижу, здесь есть, как я говорил, подсвеченные ноты, такие светлые. Когда строишь аккорды, нужно пропускать одну. Вот одну пропустил, ставишь следующую. Одну пропустил, ставишь следующую. Здесь то же самое. Одну пропустил, ставишь следующую. Пропустил, следующую. Здесь тоже, здесь точно так же, по такой же системе. И все, 4 аккорда построены. Слушаем. В принципе, это устраивает. Теперь будем делать мелодию поверх этих аккордов, чтобы было какое-то разнообразие. Получается, нужно в голове создать ритм определенный. То есть, допустим, у меня в голове есть вот такой вот ритм. Здесь уже можешь сделать все, что ты захочешь. Допустим, я хочу сделать вот так вот. Ну, допустим, скопировать. Вот через КТРЛ можно выделить. КТРЛ зажимаешь и выделяешь эти ноты. После чего можно нажать Shift и зажать. То есть Shift-ом перетащить сюда. Ты просто скопируешь его сюда. И вот слушаем. И в конце хочу немного разнообразить. Thank you.
Все, с мелодией все готово. Дальше. Пойдем чуть-чуть дальше. Нажимаем на плюс. Здесь выбираем морфин. Это синтезатор. Делаем чуток повыше его, чтобы было все видно. Нажимаем сюда. Я хочу добавить флейту какую-нибудь. Вот. Нажимаю Brass Wind, то есть нажимаю сюда. Здесь Brass Wind — это духовые инструменты. Выбираю, которые мне нужны. Допустим, возьму этот, и у меня уже здесь подсвечены ноты, то есть это уже мне подсказки такие небольшие. Я могу сделать вот так вот. Ну, это уже как фантазия пойдет. Я сделаю вот так. Половина средней ноты и половина высокой ноты. Здесь можно настроить громкость. Могу добавить еще бас. То есть снова захожу в морфин, открываю новый, не старый. То есть у меня есть два морфина. Вот. Нажимаю сюда, нажимаю на бас. Выбираю, который подойдет. И здесь уже ориентируемся по басу, ноту, которая самая нижняя нота каждого аккорда. То есть делаем вот так вот. То есть могу его... Я обычно делаю так. То есть сокращаю, выделяю и Ctrl B. Ой. Ctrl B. Оно как бы копирует и ставит на следующее место. Потом, когда сделал так, я уже снова выделяю, Shift-ом зажимаю и мышкой прикидываю сюда, копирую. И все, бас построен. И вот тоже настраиваю громкость, после чего нам нужно уже заниматься ударными. Ударные находятся здесь слева. Вот здесь пакс. Ой. Пакс. И драмс. Драмс переводится с английского, значит ударные. Нам нужен кик. Допустим, вот этот. Сейчас, то есть я немного выше подниму. Вот. Кик. Нам нужен снейр. Допустим, вот этот. Нажимаю на piano roll, выделяю kick, выделяю snare, вот snare, piano roll. И они играют всегда на ноте C5. Вот здесь вот. Нужно поставить snare в середину каждого такта. Вот. Он стоит в середине. В середине и в середине. Вот. Дальше кик. Нажимаем на кик сюда вот, чтобы зеленым было. Открываем piano roll. Тоже C5. Теперь ставим уже как понравится. Допустим, я обычно делаю так. И просто копирую. Зажимаю Ctrl, выделяю и Ctrl B. Английская. Английская B. После чего нам нужен уже head. То есть вот нажимаем на heads. Выбираем, который понравится. Допустим, вот этот. Ставили его и на head. На него просто нажимаем правую кнопку мыши и fill each two steps. И делаю чуток потише. После чего захожу в плейлист, вот этот первый, где ты обычно записываешь пап. Нажимаю сюда, появляется паттерн, на котором все инструменты находятся. Остальное, в принципе, ты уже знаешь, так что на этом все.